В Берлине состоялся первый форум творческой интеллигенции Казахстана и Германии. Его главная цель – популяризация отечественной культуры и литературы среди европейцев. Известные писатели, поэты и режиссеры Казахстана обсудили с зарубежными коллегами возможности дальнейшего сотрудничества. Представители казахстанской делегации презентовали в Берлине программу «Рухани Жангру». В рамках программы «Рухани Жангру» лучшие произведения казахской литературы будут переведены на 6 языков мира. Работа в этом направлении начата. После этого они будут представлены зарубежным читателям в лучших библиотеках мира. Это большое событие в популяризации Казахстана, нашей культуры и литературного наследия. Начинать большой проект всегда нелегко, но в будущем он, конечно, принесет свои плоды. Мы должны укреплять сотрудничество и переводиться на иностранные языки. В основном до этого мы занимались переводом зарубежной классической литературы на казахский язык. Но наша литература оставалась не открытой для мирового пространства. К нашему счастью, была принята программа «Рухани Жангру», и эти полтора года мы принимаем активное участие в ее реализации.